Кикбоксики, карате – японское боевое искусство, которое переводится как «жесткое». Поединки проводятся в полный контакт, но перед боем спортсмены облачаются в специальную защитную экипировку – жилет и шлем. Благодаря этому риск получения травмы сводится к минимуму, а поединок остается зрелищным. На минувшем чемпионате России отличились два сочинца – Михаил Адилжонов и Артем Геворкян, воспитанники 4-й спортшколы. В первом бою я выиграл противника достаточно легко. Во втором бою был противник потяжелее. А в третьем бою я проиграл противнику на 1 балл на дополнительном времени. Ребята занимаются карате 2 года и за это время добились немалых успехов. Прошли ряд подготовительных турниров в Абхазии, Ростове, Краснодаре и Сочи. Впереди у мальчиков всероссийские соревнования в Екатеринбурге. Мы с тренером будем готовиться к этому и делать лучшие приемы, отрабатывать броски, падения и удары. Совсем недавно были небольшие изменения в правилах. Спортсменам разрешили выполнять больше бросковой техники. Она теперь оценивается более высоким количеством баллов. Мы добавили больше элементов дзюдо в процесс подготовки, чтобы ребята могли разнообразить свой арсенал. Турнир в Екатеринбурге – невероятная ответственность для юных сочинцев. Михаил и Артем будут представлять команду Южного федерального округа.